Так, я посмотрела уже это, ну, мое вино почти готово. Ну, не почти готово. Почти готово, это еще далеко. Поэтому я сегодня решила, в общем-то, убрать весь жмых. Сейчас я выливаю вот сюда и покажу, что я буду делать. Так. Так, я посмотрела банку. И здесь уже, в общем-то, образовалось у меня. Ну что там, налеты, там пузырьки, там все. И жмых у меня вот здесь уже все ягодки. Поэтому я решила пораньше убрать все. В общем-то, веточки все на свете. Сейчас я выливаю в тарелку и покажу, что я буду делать. Виноград очень хорошо пробродил. Посмотрите, что здесь уже получилось. И сейчас вот это все веточки я убираю. Отсюда выжимаю тщательно и выбрасываю. Это мне уже ничего не нужно. Вот все я процеживаю через сито и выливаю. Сейчас жмых. То, что останется, то этот жмых уже не нужен. Его выбрасываем. Баночку я помыла. Она теперь у меня чистая. Весь сок, который мне вот здесь будет. Сейчас я покажу. Я добавлю сахар и поставлю опять в банку. И теперь уже закрою крышку, чтобы машкара. Вот. Видите, вот. Вот это все уже не нужно ничего. Вот у меня сок. Сейчас я сюда добавлю сахар и переливаю его в банку. И опять оставляю на неделю.